Благодари Аллаха при любых обстоятельствах. Знаешь ли ты, судный день, объявляющий, воззовет. Где те, кто восхвалял Аллаха во времена легкости и во времена трудностей? Случилось что-то тяжелое? Благодари Аллаха. Могло быть и хуже. Случилось что-то хорошее? Слава Аллаху, это только от Него. Ты верующий, ты отличаешься от других, ты веришь в Аллаха. Ничего плохого из того, что случилось с тобой, не могло быть, субханаллах, от кого-либо, кроме Аллаха. Если с тобой случилось что-то плохое, это было по воле Аллаха. Он позволил этому случиться. Возможно, что-то, то, что ты сделал, стало причиной того, что случилось. В том смысле, что Аллах мог отправить тебе испытание в результате того, что ты сделал. Возможно, мы знаем о наказании. Наказание – это правда. Это приходит и в этом мире, и также будет в мире ином. Но мы также знаем, что Аллах, свят Он и велик, научил нас в Своем священном Коране. Аллах не станет подвергать их мучениям, пока они молят Аллаха о прощении. Если с вами случится что-то плохое, просите прощения у Аллаха, и состояние вашего сердца определит, было ли это наказанием или нет. Если твое сердце отдалилось от Аллаха из-за того, что с тобой случилось, то это наказание. А если твое сердце стало ближе к Аллаху в результате того, что с тобой случилось, это было самое большое благословение. Независимо от того, положительное оно или негативное. Знаешь ли ты, что это значит? Некоторые люди зарабатывают много денег, у них хорошая работа, у них прекрасная семья, но они забывают Аллаха. Это наказание. Почему? Это было что-то, что выглядело приятным, но это отдалило тебя от Аллаха. Это водило тебя по клубам, и у тебя появились дурные привычки. Если это так, то это было наказанием. Это не благо. То, что выглядело хорошо, не было благословением для тебя, потому что оно оттолкнуло тебя от Аллаха. С другой стороны, что-то, что выглядело так плохо. Ты потерял работу, ты потерял конечности, попал в аварию, кто-то умер и так далее. Если это заставило тебя прийти на намаз и изменить свою жизнь, валлахи, это было благословением от Аллаха. Все, что приближает тебя к Аллаху, это благо.